Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Приготовим очень вкусный клубничный смузи и очень-очень полезный. Итак, в блендер загружаем кефир. У меня 2,5% жирности. Но вы можете любой выбрать на свое усмотрение. Большую столовую ложку меда добавляем, чтобы нам было сладко и вкусно. Также добавляем отруби и клубничку замороженную. Сейчас не сезон, поэтому клубника замороженная. Сезон, конечно же, очень хорошо будет свежая клубничка. Сильно ее размораживать не нужно. Так даже вкуснее будет. Вот мы погрузили отруби, я уже сказала. Отруби, опять же, любые, какие вы посчитаете нужным. И добавляем 2 столовые ложки кедровый орех. Орехи также можете заменить на свои любимые. И все. И будем измельчать. И смузи получается невероятно вкусный, густой. Потому что клубника примороженная. Получается среднее между смузи и клубничным мороженым. Бесподобно вкусно, полезно. Всем рекомендую. Ну что ж, мои дорогие, до новых встреч. Приятного всем аппетита, добра, удачи, здоровья самое главное. До новых встреч. Пока-пока.